Здравствуйте, я Владимир Вайнер, и это мои открытия в Южной Корее. 365 открытий за 2015 год. С каждым открытием жизнь станет интереснее. Смотрите на канале ruscore.tv. Добрый день! Прямо за моей спиной City Hall. Уникальное здание и по архитектуре, и по содержанию. Здесь можно сделать множество открытий. Мы начнем с некоторых из них. Идемте со мной. Мы с вами заходим в здание City Hall. Уникальное сооружение, сохранившее и старое здание городской ратуши. Вот оно слева сейчас мы его видим. И создавшее совершенно новый уникальный объект площадью 90 тысяч квадратных метров. Интересно, что все вот пространство, оно сделано таким образом, что почти 40% вот территории мэрии – это общественное пространство. Ну и, конечно, вот эти вот зеленые стены, композиция, вот белая композиция – это такие символ надежд и чаяний жителей Сеула. И ну, вот такие вот виды, я еще снимал это месяц назад, поэтому, может быть, еще, можно сказать, камера в руках дрожала, но, тем не менее, вот основное, я думаю, что вот передать удастся. По каким-то таким простым вопросам жители Сеула вот приходят сюда, здесь вот такой основной базовый офис. Есть еще и дальше офисы рабочие, множество всяких разных элементов. Например, как вы думаете, что это такое за странный объект? А это устройство зарядное для электрических инвалидных колясок. Везде навигация, где, что, куда пойти, какие офисы, там, на каком этаже что расположено. И везде вот возможность просто посидеть, отдохнуть, даже перекусить. Мы опускаемся с вами на нижний этаж мэрии, и это вот как раз огромное общественное пространство. Здесь и информационные стенды, стойки, ресепшены, и залы для встреч, и для обсуждений, и маленькие кафешки, и вот всякие интерактивные стенды, киоски, эти самые тачпадные и так далее. Я думаю, одновременно здесь, наверное, находится до 1000 человек, которые пришли самостоятельно решать, как это говорится, проблемы местного сообщества. То есть это вот пространство для встреч активных горожан. Здесь же внутри расположен музей, археологический музей, и он сочетает в себе и историю этого центра Сеула, и историю зданий, которые строились на этой вот именно на этой земле. И вот видно, как, собственно, там в 60-е, наверное, годы, вот как это выглядело в 50-е, и как это выглядит сейчас. Само вот это здание стеклянное строилось 4 года, и конечно, вокруг него было очень много и споров, и ожиданий, и информационных кампаний. О некоторых своих открытиях я рассказываю периодически. И сейчас мы с вами поднимаемся на лифте наверх, на 8-9 этаж. Это похоже на какой-то космический корабль из фантастического фильма. Но вот все это абсолютно реально. На 8 этаже специальное пространство, здесь проходят выставки. В данном случае мы сейчас зайдем посмотрим. Называется этот этаж Sky Plaza, и выставка посвящена самым простым предпринимателям, которые просто вот торгуют на рынке. В данном случае это портреты и сценки с рыночной жизни. А это 9 этаж, открытое красивое кафе. И вот вид со стороны уже вечером, вот эти светящиеся, меняющиеся стены, здания, это как раз вот там, где вот мы только что были с вами в кафе. Конечно, вот передать эту всю вот красоту и ощущение очень сложно, особенно если я там, можно сказать, первую неделю держал камеру в руках. Поэтому я специально постарался поискать хорошее, качественное, профессиональное видео об этом уникальном объекте и хочу сейчас предложить его вашему вниманию. Посмотрите.